Все. Я бы следующее за немцев. Надо будет город очищать от хуёвых английских танков и американских. На одном имбатанке, а немецком. Имбатанк. Да. Ну. Баранки гнул, а зазвонил. Немцы в тылу врага. У себя в тылу убивает своих же. Один из танков подбит, остался только Тигр. Несмотря на это, противник надо оттеснить, пока он не успел основательно закрепиться в городе. Кроме того, в районе было обнаружено несколько танков союзников. Они также должны быть уничтожены. Уничтожьте штабные танки 7-й британской танковой дивизии. Последний танк не должен быть уничтожен. Последний танк не должен быть... Витман не должен... А, это наш последний не должен уничтожить. Витман не должен погибнуть. Оставшийся Тигр не должен быть уничтожен. Витман должен выжить. Витман, короче, должен жить за всю хуйню. Такие танки посажались. Слезай, слезай, чувак. Сейчас будем распределять. Тебе танк, мне пехоту. Будешь на танке, на котором ураганить. Тебе всех перекинуть? Тебе, с тебя ставь 4 танкиста, мне остальных оставь. Так, на тебя Витмана тогда. Нет, Витман это танкист. Это знаменитый немецкий танкист, который это, разбил этих американцев. Ну на тебе снайперка, блядь, там уже едут, чувак, уже стреляют. Давай быстрее. Так, все. Ты это из танка вылез, да? Я в танк? Да, у тебя в танке чуваки. Сейчас я подобью пацана. На нахуй. Все, готов. А, еще тебе. Так я тебе должен танк, я так понимаю, подарить. Да. Да. Остальных мне все подарил. У тебя полный танк. Вот этих всех мне ничего. Ага. Тут экипаж второго танка подбитого, походу. То есть. Угу. У тебя сколько чинилок лежит в инвентаре? Так, две. Надо нам с тобой будет починить мне танк тогда. Ну иди вперед, воюй. Ладно, поехал. Эконом снаряды, калибр большой, снарядов мало. Фугасов 20, по-моему. 20. А тут даже ремонтник есть. Ремонт на месте. Да. Так, где-то танки-то. На пулеметчик-то трачит. Ну нахуй. Ну ладно. Он иди, бежит, бежит, чувак. Убей его. Ой, ой, вам, ребятки. С пулемета мочи. А что ты кинул? В меня кинул, сука. Можем, можем вот этот танк починить. Пойдет сейчас такой. Или посмотри, где там попал, пиздишь там. Сейчас разберемся, чувак, подожди. Я тут вот уже готов. У меня оказался в инвентаре, есть набор свой. Ты должен его отбить сперва, затем вычинить, чтобы обезопасить его огня. Чтобы зачистить вокруг него. Ты мертвый? Ух ты, ух ты, ух ты. Вон, бежи, бежи, бежи. Базучник, ёпа. Он тебе, наверное, сможет пробить. Только если с жопы зайдет и прям в боки, ибо нет, то, блять, он тебя не взорвет, короче, просто тебя подобьет времени. Советую снаряды экономить, кстати, особенно фугасные, они на весь золото. Старайся пулеметом обрабатывать все. А, пулеметом сейчас я шмальдаю. Ух ты! Из дома. Ты сильно близко к ним не подъезжай. Сейчас они тебя подобьют. Блять, гусеницу сломали, суки. Отстреливайся. Там танк едет на тебя. Я вижу, стоим. Ты его фугасом прям пробил. Да. Даже бронебойный включил. Ля-ля, сын стоит такой. Ебать, он выживает. У тебя тигр, чувак, ты практически неуязвим. Я тебе говорю, они тебя заебутся пробивать.
Сзади-то ты там бегаешь? Да, я подошел, типа, прикрыть тебя, что ли. Пока ты... Тебе теперь надо вылезти починиться, чувак. Я понял. Слишком много ты на дома, ты, ну, ты расходуешь фугасов, они нужны, чтобы убивать пехоту, там, засевшую. Опа, 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 опа. Америка, Европа. Смотри, там твоего чувака, по-моему, вынесли, не? Да, там твоего чувака выпивает, он у меня. А там танки по тебе ебашат. Не знаю, откуда чувак. Блин, что ты вообще заехал, пиздец? Я тебе говорил аккуратненько. Че, ты не можешь танк этот подбить, когда там стоит? Ну, сейчас я его не... Просто подбей его и все. Ебни его, бронебойный переключи, и прям через дома можно бить бронебойный. Она прошивает прям несколько домов, большой калибр. Ну, в общем, учись, короче, с танком вообще. Я попробую своего пацана оттащить. Че не переключайся на бронебойный? Ты его выбрать должен. На тебе, блядь, заебал. Ебать, тебе уже раз 100, наверное, попали. Вообще, по-моему, не вариант тебя пробить тут никак. Ебать, он тоже какой-то лень. Да ты бронебойный! Чи? А я чем подбойный? И что, ты не пробьешь его в бочину, что ли? Да, я красным ебашу. Ты зад стреляй в жопу. В жопу стреляем. Красный, это, блядь, фугас, я тебе говорил. Синий бронебойный. Ты не пробиваешь, потому что ты фугасом ебашишь. Нахуй вот. Ты фугасами стреляешь? Я сейчас бронебойным ебанул, вот смотри. Они вылезли, блядь. Ты, наверное, фугасов расходовал напрасно. Наверное, все, что у тебя были, блядь. 14-40 осталось. Фугасных 14-40 бронебойных. Смотри, у тебя снаряды кончатся, тебе уже там не повоевать, блядь. Как только снаряды кончаются, становишься бесполезным. Что, взять их тут негде, блядь, такого калибра 88. Ползет какой-то. Че там он стоит? Карабин. Стэн, М4А3. Пистолет выкинул нахуй. Все, блядь. Власть нахуй. Здесь на один наш танк подбили. Наверное, не тут, где-то в другом месте. А, это уже власть. Комплект. Руки. Базучик, нахуй. А у тебя, ты говоришь, что есть ремкомплект, да? Да, есть. А, все. Все, я танк свой починил. И все танк тоже починил. Почувствовал силу тигра. Да, 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 его ебашит, наверное, пизды, починился, тебе дальше ехать. Нахуй, и, блядь, дома. Танки мало что могут сделать. Он бежит. Поляжите. Он в тебя кинул гранату. Кто мне бачен ебанул? Не я вроде, а или я? Я! Я не пробил все равно. Я сам стреляю. Почему я же вам сказал бежать сюда, блядь?
Так, остальное стрелять. Почему не дашь? Много сил движения лишь. We're in a world of hurt. Поставлю бронебойные. Упал с патрон пьяный, у которого, блядь, один патрон. Ну и чё ты стреляешь своей пукалкой? О, в два ствола. Чип и Дейл спешит на помощь. Это заряжено. Хоть ты мне пробьёшь, сука. Ох, ебать, там народ побежал. Вы чё, пацаны? Нахуй вы злобе идете. Блять, ты едь вперед, ты заебал, блять! Тихо. Ты че такой тупорылый? Че ты разворачиваешься? Блять, че ты меня убьешь? Дай, пожалуйста. А, ну что, свидание. Ебать, его разъебали, блять, как хуету вообще. Нахуй я сюда полез. Сука, мои танкисты, блядь, вылетели из танка. В этом товаре. Треснем. Ебать, там что это такое было? Сверху что-то? Ты съешь. Все уже потеряно до нас. Не убежишь, сука. Ебать, меня разъебали. Нахуй я туда попёр, сука. О, ещё поехал. Рэй, бронебойный, не скусил. Сузбук. Блядь, там танк мешается. О, он сейчас. Получил! Контрольный, блять. Камикадзе, да? Еще, подожди, там чувак, там еще лезут. С танка, блять. На тебе. А то! Ебать. Под пацан отпоясал. О, еще едет что-то там такое. Ой-ой, бок. А что меня сбоку ебануло-то? И че ты пешком ходишь? Ебан. А вон он чё. Что-то в бачин. Ебануло. Такие не из танка вылетели. Ржачки. Бегите, бегите отсюда, чуваки. Вас ничего не ждет, кроме горя. А, есть еще Абрамс, кстати. А ты не прикроешь, пока я Абрамс починю? Сейчас, подожди. Блять, ты там катаешься. А зачем ты его подбиваешь? А что? А, ну ладно. Вот это я такой хочу себе. А как его убить, чтобы он этот самый? Чтобы он выжил. В башню стрельни. Все, по-моему, пизда. Да. А, он взорвется, горит. У него боекомплект горит. Ну, если он не рванет, тогда, короче, я его это починю. Ну, я к тебе еду, чтобы играть. А у меня там патроны не кончились? Еще 650. Рванул? Нет? Не знаю, смотри. Я к тебе бегу, ты дэф тут там, короче. О, тихо, чувак, там чуваки идут. Танкисты, блять, его меня кто-то ебанул, в жопу. Ебанули. В жопу не хар... Да я передом повернусь. Их снять. Я пытаюсь, блять, что-то не очень получается. Куда ты побежал, дебил? О, вот там. Вот так вот. Ну, слупочник, какие-то твари, блять, бесит. Блять! Пушку наебнули, суки! Да? Попробуй так стрельнуть, короче, заклиненный. Нихуя, он не стреляет!
пизда, гусеницу подбили. Ну, ты главное не ссы, сейчас может что-нибудь сделаем. А чё, он дохлый, блядь? А, это, блядь, этот... Ну, я вижу... Раз, два, три... Блядь, он с этой... А, сзаду пошёл. Блядь, сука. Чувак, ты там ходил, чинил его, нахуй. Пойдёт, сука, сзади починить. Ебать, ты, блядь, чинишь под огнём? Чувака, выселили. Вот так вот отвлекся. Я вот не понял, короче. Ля-ля-ля, чуваки горят, ля-ля-ля. Танковый боец. А где чувак, интересно, выскочил? Ну-ка. А вон лежит мертвый. Влазь давай, пока тут чинит. Почини человека. Будь человеком. Где там лежишь, вон он. Кстати, ты тот танк починил, не? Нет, блин, а я сейчас подбил танк, чувак, блядь. Ну я видел, я видел. Ну а что ты думал, что я, блядь, чинил в это время, что ли? Да, я думал, ты отчетинишь, пошел меня спасать. Я искал базуку, блядь, там, короче, моей не оказалось, потом я смотрю, на земле лежит, подобрал. Вязал туда, блядь. Вообще пиздец, вообще. Лютая хуйта происходила. Пьянка продолжается. Опять ты ничего не починишь, тебя сейчас убью, скорее всего. Бать, чувак, а ты подбил его уже? Да. А, у тебя башня работает, ну у тебя башня работает. Сейчас башня уже работает, все, взорвался. А чё ты бить-то? Тут там, давай. Этот танк базучиков всяких вообще немерено, блин. Хули ты бежишь? Ебали. Все, еду к тебе. Там в хатах какие-то пидоры засели за рантометами. Да, сейчас я их ебну. Здесь? Смотри по карте красненьким подсвечивается. Я не знаю где. Вижу. И тот так сейчас развернется, блядь. Вон он, блядь. А, и вон в лесу, в елках. Стреляй, блядь. Хорош. Все, хата чистая. А сзади еще в хате, кстати, есть кто-то. Видишь? Вот он движется. В доме... А, вон он, в лесу стоит. Я бы тебя Залезают. Родные. А, то твои вы запиздили. Че, готово? Поехали, ощеплять. А у меня, знаешь, какой танк? М4А3 Шерман. Союзников танк. А у тебя как называется? У меня... МГ-34, что ли, вот это? Во, какой-то... Мод, модификация. Мод ПЗ-6Е, Тигер. Вор — это вооружение, это пушка. А, вооружение. 76 миллиметров, марк. У меня ППЗ-6Е, Тигер. Так, где тут еще техника их? Ну, там я где-то вижу что-то такое. А где же не вижу? Типа, что-то такое должно быть. Что мы имеем? Мы имеем 27 фугасов, 50 бронебойных, 600 пульных пулеметов. Кстати, сколько у меня пуль осталось? 750. Ну, бесконечно, что ли? А, вот он, танк стоит, сука. Я забыл, где он стоит. Ну что ж, дружочек. Ой, не та синяя, давай.
Кстати, его тоже по броню. На тебе! За дом спрятался, думает, я не попали. Танки игра. А тут танки веселее, чем в танки играть. Я в танки играл, не так весело. Здесь такая механика вообще пиздато сделана. На тебе, сука, сдохни, тварь. Сзади кто-то бегает. Ах ты, сука, сучонок. Ты его закрыл. Блять. Он и пушку ебанул, сука. И чувака выселил. Ладно, у меня еще есть серым комплект. Отжег, он смог тебе в жопу попасть. Чини быстрее. Сейчас рванешь. Чиню. Да, жопа горит, блядь. Фуган, блядь. Фуган рвун. Сука, он сзади обошел. Блядь. Мы проебали. Зато не провалено. За скачественные видно нам удалось. Нее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 ee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 e
да, могут подбить. Захотеть, повезет, короче. Именно он и оббивал специально, хитрый сучёныш. Ты думал, ебать. Джон Рэмбо, что ли, блять? Ничего, сейчас, блять, будет все, сейчас будет все окей. Ладно. Я тебе сразу отдаю танк, ты с ним, короче, это... Щемишь. Я достану после тебя что-нибудь. Держите всех чуваков. Так, все. Где? Сейчас должна техника отъехать. Так, вот там дымится какой-то танк, кстати, видишь слева? Где? Слева? Смотрите, да. А это наш, по-моему, ебать. Да? Починить нельзя будет? Можно. Ну он же, видишь, он выделяется, значит он типа не стал текстурным, он еще в бою типа может что-то. Ну там поехали потихоньку. Чей пулемет круче? Свободен. Ах ты сука, еще кто там? Там выебывает. Ебать, все снаряды рвутся, блять, нехорошо. А колесо пятель, да, какой не? Вот это трак. Разбили трак. Ах, бегут такие уебаны. Оба, это плохо уже все. Ты приобретаешь нехороший оборот, может они смогут тебя подбить. Если в жопу не зайдут. Я специально поставил перед. Там сзади кто-то стреляет, но гранату не хочет кидать. Ага, с гранатой взорвался. Чего, ползете, да? Камикадзе, мать вашу. Все, чувак, чувак переселся назад полез. Вот ты заебал, чувак. Че, я тебя пугасчик. Вот и все. Кто там еще такой хитрый? Я не понял, почему у тебя ремонт нахуй. Да ты чини, он тебе ничего не сделает. Ой, там едет, короче. Лучше в него целься. Блять, не добивай. От пехоты тебе не подбежит, я крою. Ну ты, блять, нужным заряди, она должен пробивать любую броню любого танка. Вот, блядь. Опа, ему захуярил. Добиваем нахуй. У тебя пушка такая тут, что она бьет все, короче, вообще. Вообще снаряды советую экономить, потому что танков тут, блядь, дохуище. Снарядов пограничное количество. Лучше с пулемета пехоту, а по танкам чисто. И... А фугас вообще беречь, их всегда мало, короче. Да. Так, и что мы тут имеем? Подбитый танк. Такой. Вообще ты его уничтожил, да? Его распидорасило, блядь. Так, ну ладно. Кэп, вылази из танка. Цепляй ремком, блядь.
Блять, ты что заводишь? Ах ты падла! Ты кого убежишь? Кэп залазь танк назад. Сейчас я дуло извернул. Блин, стоит, понимает такой. За это еще, сука, выебывается, падла. Ты меня заебал уже. Так я буду операцию производить починки вот этого танка. Блять, можно и помереть. Че, ты трак не можешь починить никак? Все, тогда я тогда разбирался с пацанами. Дерзкие. Дерзкие на танк. Выблюдки. Хотят войны. Дай-ка пока еще чувака возьму одного. А-а-а! Сука! Гранату. Блять! Че, тебя взорвали? Давай заново, чувак. Да, ну давай, ладно. Заебало. Там, блядь, чувак сидит в доме с гранатометом 2, танк пасут. А я, блядь, ладно, не подумал, а че его подбили-то? Значит, там кто-то сидит. Блядь, не оставили приманку, приманку, чувак. Война это так. Давай сейчас я эти дома снесу к хуям. Ты сначала отбейся от пехоты. Да. Так, давай. По старому плану. Держу всех чуваков. Поехал. А, пизда, танк разъебали, чувак, они. Да? Главное, что мои танкисты живы, в принципе, до расе по окрестности. Стоп. Так, ты. О, танк подбил, чувак, эти самые танкисты выскочили. Можешь забрать потом. Ну, надо сперва его, блядь, оттеснить. Ты стреляй, рассчитывай все пока. Так. Сейчас пацаны стягивают со всех щелей. Ха-ха, видал, я ему попал. Да-да-да. Так, он с этого сзада. Еще вон справа-справа заходит. Блять, не могу извернуться. Он прямо стреляет, попасть не может. Он кинул в тебя гранату. Заебись, блять, я ставил, называется. Блять! Я хотел задавить его. Детская пехота. Но этого танка недостаток есть, медленно башня вертится. Да, сейчас, блядь, пока извернусь. К тому же он подходит. Сдохнешь. Ага. Подбей, подбей, ты пидор. Опа. Нахуй. Он тут не детонирует танк. А где моя винтовка? А, вон он, в этом втёмно. Так, я заебал. Чё ты такой дерзкий, блин, с гранатомётом? Я противотанковые гранаты эти... Первый раз вижу их. Да? Союзнические какие-то здоровенные такие, короче. А, да, да, я видел, я их пытался залутать. Хоть раз. Так, еще бежит какой-то. Шлюхич. Ах ты, с двух сторон. Слупочный какой-то чувак, нахуй, пиздец вообще. Который с винтовкой, блядь. Ебать он нахуй слоупок, реально, блядь. Пока сам не стрельнешь, хуй стреляет, блядь.
Не знаю, численно так, блядь. Всех вас пацаны порвали, блядь. Кто-то 4, блядь. Кто там стреляет-то, блядь? Ну там с пулеметчик еще там щитом может быть. Сейчас я туда сниму. Ебать, чего он взорвался, чувак этот. Какой? Ну там чувака стрелял, он хуяк взял, взорвался. Вот стоял, ничего не делал. Это значит, он с гранатой был, с противотанковой, она типа о землю ударила, кстати. Она же от касания действует, ну, там ни секунды взрывать. Блять, не с дома стрелять, суки. Опять подбили колесо. Заебали. Ебать. Серьезные повреждения у тебя. Надо колесовые. Пацанов. Там танк подъезжает. Подбил. Где зоня? А он попал. О! А то. Нихуя себе. Так, ага, еще сюда. Ты его падал. Танкисты ходят. Че не ходят-то? Смерти ждут. Так, меня там кто-то шмалял. А, вот он стоит еще. Ля-ля-ля, танкист дерзкий со мной стреляется, сука. На нахуй. Бронебойным бей он. Я убью. Бей в заднюю часть, чувак, задняя часть сюда уязвими. Ну там базучик у тебя бежит. Я бежу. Спрятался, да? Заебись. Вон еще трое бегут. Откуда вы? Он назад там не сдать никак тебе. Блин, автомат такой. Это точно был Джон Рэмбо. Он за автоматом все расщеплял. Я ползу. Ты че выжил-то, Вася. Ля-ля-ля-ля, я говорит, жизнь отдам. За Америку. Че там засел, падла? Ну, блять, и в жопу танк заходит, чувак. Вот я в фланге, смотри, выехаю, налево смотри. Сейчас. Где они? А, вон, вижу. Опа! Приехал, блядь. Ушли нахуй. Замахнулся, да? Соснул, хуйца. Вылазь оттуда! Сука, тебе заныкался, я хуй. Знаешь, там еще какой? Может, какие-то бронебойные снаряды? Блять, он бежит, чувак, он бежит. Блять, перезаряжается. А, это в тебя уже. Блять, куда ты лезешь? Сука, дегенерат. Тут вообще к танку не подходить. Так, все. Знаешь, какой самый шик, короче? Это бронебойным снарядом через две стены чувака убить. Бронебойный снаряд просто одну стену, вторую стену, и прямо попадаем в тушку, блять, разрывает там чувака, который стоял, тебе прятался. Так, все, ремонтируюсь. Такой выбор, даже не знаю, какой танк взять. Не, вот этот британский мне не нравится вообще. Шмак. Ну, смотри. А вон стоит какой-то звездой, вот этот танк, по-моему, Шерман, что ли? А, не знаю, как он. Давай, попробую его починить. Так смотри, сейчас полезу, я еще не готов. Сейчас она еще зад меня ремонтирует. Еще одну гусеницу. И где-то ремкомплект один положил. Все пиздец, он лежит, я тут около танка не вижу. Блять,
Надо еще ту хату въебать, в которую меня в прошлый раз убили. Ты дерзких сучар, блядь. Видите, ну, пистолет, блядь. Радуйся. Вон ремкомплект стоит, надо забрать. Да я, блядь, томиган возьму. Мне больше нравится толстана. Так, нужно тоже что-то взять. Перешли? Да. Ну я хочу попробовать. Давай я поеду. Прикрой меня, стань где-нибудь так на простреле. Сейчас только чувака посажу. Чиню. Ты вот этот хочешь? А вот этот иди вот. А я не знаю, какой из них более тяжелый, как думаешь? Мне кажется, вот этот. Ну не, у этого пушка, по-моему, покруче, а тут. Сейчас сравним, подожди. Самый пиздатый это тот, который вон тот был, который, помнишь, там в углу стоял. Ну да. В идеале желательно пиво получить, походу, он тут самый тяжелый. Сейчас попадем, он почти. Да, попадем сейчас его туда попробуем, ёбнуть. Там я твоих не подавлю. Я могу их отвезти, в принципе, они здесь ничего не решают. Да, та танка, блядь, ты штуки целых оставил. Это норм. Сейчас я посмотрю, подожди, калибр оружия. Ты ёбни пока по тому дому, которого на танк подбили. Так, Шерман, 75-миллиметровое орудие. 75-миллиметровое, короче. Да, попадает, танк мешается. А это? Да, капучино. Пулемет на пулемет не попадает. Ух ты, ух ты, ух ты, чуваки лезут. Чувак, чувак, к тебе бегут. Да май вроде стреляет. Пока шума. Куда они прибежали-то? Сверху откуда-то. Ты там поаккуратнее, вот в этом доме, который там базутчик сидит, видишь, в окне. В прошлый раз меня убил. Ебни фугасом по второму этажу. Да, не попал. 75-миллиметровое орудие М2 Чаффи. Где он зашкрился? Здесь, по-моему, что-то хуйня, чувак. Что ты две хуйни, что я ебал его маму в рот. Ты скажешь, что ты выжил, блядь, в этом доме. Ты его не разрушил же, ёпта. Я это про другой говорил, чувак. Вот просто ты про этот говорил, я, блядь. А ты поэтому стрелял? Да, я поэтому и смотрю. Все готов, блядь. Вышел. Бля, я там еще сидел. А я смотрю и по карте думаю, вот этот дом, а это как-то, блин. Понятно. Заебал. Ну, в принципе, 75-миллиметровый это нормально, что-то. Ладно, давай сюда едем. Курицы какие-то, блин. Прямо стать.
Это легкий танк, чувак. Легкий танк это не очень. Легкий танк это легкий танк. Ну, простреливай только через дом. Успей проехать. Можно танк через дом подбить, как мне хуй делать. Я тут бывал. Тут тактический танк. Через стеночку. О, они загорелись, не знаю, это танк. Взорвется, загорится. Ну, походу, ему попал конкретно. Знаете, чувак. Разорвало. Ну, сгорел. До боекомплекта дошло. Ладно, на чафе буду ездить. Че такие дерзкие? Стоит. Катаемся, поедем, девчонка, кататься. А, в доме, наверное, в этом зашкелились. Там вообще какая-то техника стоит нарисована. Да, кстати. Может, за дом тут за этим? Я, блядь, гусеницами свечу. Точно, там танк вон, стоит. Вон танк, да, вижу. Блядь, он меня с одного подбил. Пиздец. Блять, ну хуйня-то, а? Ну хуйня танк, блядь, я что-то одного этого подбило мне. Че, ему прям взад за шки. Ааа, не идёт на танк. Уезжай оттуда, подожди. Ааа, в гусеницу! Все пизда. Не успел. Опять у нас все, блядь, сорвалось. Ебать, меня с одного выстрела подбил. Ну, танк какой-то слабенький. Вообще, броня ни о чем, блядь. Блядь, заебал! Сука, я не могу ничего сделать. Где там? Откуда-то шмаляет, сучок, аж. Во, он у меня. Все, блядь, ушел. Там сзади еще лазил, ползал какой-то, хуило. Да, этот живой. Охуеть. Наверное, всех моих танкистов раздавил, блядь. Не дает. Ты же на них заехал, блядь. Блять, танк мешается, не могу пробить. Сзади еще какой-то хуй стреляет. Так и знал, что тут выезжать вообще пиздец. Да, надо было, блядь, поаккуратнее. А это я хуй подобью. А где мои танкисты вообще, блядь? А ты на кнопку В нажми. Она будет. А, видишь? Да. Живы? Есть кто живой? Один живой, да, трое лежат, отдыхают. Ну, точнее, целый я имею в виду. Сейчас попробуем поднять. Так, давай ремкомплект. Смотри, там стоишь, там прям танк за домом стоит и что. По-моему, тебе надо этот дом раздавить, наверное, если трупы не подаешь. Танк же стоит. Где там стоит он, блядь? Ага. Так, что мне, как отъехать? Ты как хочешь. Там два твои трупы, около танка лежит твой чувак. Поедь прям по трупам, чувак. Нафига. А потому что я не могу к ним подойти, блядь. Ну, там один, нас... они в обломках лежат. Вот прям в этом доме, в который ты стрелял. Я хочу, чтобы ты прям дом весь разровнял, блядь, ровненько. Ну, может просто ебануть дом, да и все, с пушки. Да, один хуй. Какая разница, пушка или ты его или так разрушишь, чувак? Ну вот чувака можно иснуть вот этого. Вот, за танком, который. У меня же все, блядь, полный типаж. Сейчас мы ебанем. Я пытаюсь подбить. Развернусь хоть. Сука! Что такой дерзкий, блять? Забыл про него. Блять, ебать, не видно нихуя вообще.
Сдохни, бля, Сиато. Кто там еще смотрит? Он еще смотрит? А, все. Да, он выстрелил один раз. Все, они вылезли. Чувака нахуй убило своим же танком, не хупятся. Кучки долбоебов. Че ты не можешь на РДП подойти? Порисать. Ну вот, можно подойти. Риснуть твоего чувака. Я риснул, надо остальных риснуть. Сейчас, Дима, мы заканчиваем. Вот, видишь, я риснул. Ну это выебается, нахуй, пошли. Сейчас, чувак, еще твой риснул. Охуел, дерзкий Дима, блядь. О, чувак, я риснул всех. Да, телесистанки. Да я слышу, я сказал. Че, ну хочешь? Мне завтра на работу тоже. А, работа завтра? Да. Так, все, чиню. Так. Знаете, я стол возьму, что ли? Заебали, блядь, с одного выстрела подбивать, реально, блядь. Уёбки! Заебали, это самое, гусеницы. Ломать. Да хоть гусеницы, у меня вообще, блядь, нахуй. Кто, блядь, мелкий выехал, дал, и все, блядь, до свидания. Так, ну что, дальше пошли. Я охуел! Ты веришь мне? Я верю. Понятно, в каком доме они зашкирятся. Дима, у вас за строгую маму, я смотрю. Да-да-да. Такой, типа, не ходите, дети, блядь, куда-то там. Там пукан там. А, где-то. вон он стоит. Молодец. Блядь, мимо, что такое? Залезай на меня. Ха-ха-ха-ха. Либо тебя разворотило. Нате еще. Поближе подъеду. Какая у нас тут пушка? 73, опять 75 миллиметров. У них у всех тут 75 миллиметровые, блин, народные. Чувак с пистолетом пришел отстреливаться. Против танка, так как вы там? Передового Райана такого. Ебашь-то. Да он какой-то хуево вылез. Хорош. Очень длинница. Типа это такие зал. Пулеметчики шмаляют. Нормально все. Ух ты! Опа! Это подкрепление. Угу. Так, а где они? Да, танки вошли в город, чувак. Да. А где они высадились, я их не вижу. Да дальше. А, вон он там. Заворачивай, давай. Так, они прям там стоят. По-моему, они едут. Ух ты, Бехи бежит. Блять, сейчас еще упадет. These blokes turn out to be good fighters.
Ааа, блядь, да почему? Почему это все время происходит со мной? Там чувак эти гранатометчики в хате сидят. Да я понял. Ладно, покидаем машину нахуй. Ладно, покинул машину, блядь. Да, опять. Заебись. Суки. Блядь, да это же не стреляет, а мне стреляет. Но видит легкую мишень. Долго. Ты подбили? Да, мне гусеницы ебанули. Ты, блядь, бронебойный, не больше. Сейчас я их угасну, ебану их. Ты хреснешь, чувак? Да-да-да. Так, один там? Да, все. Блять, это второй танк, который мне выебали. Ну, блин, один удар опять. Сейчас пошли. Прям в бочину, короче, дал вторую текстуру ебаную, и все. Все, понимаешь? Все на этом закончилось. Сейчас тебя командир мой риснет. Тогда командир рисай танк. Кстати, он тут может починить. Я собирался. Значит, он не рисает. А, это живой, ебать. Один ноги такие торчат из-под танка. Нихуя себе, ты выживаешь, чувак. Научишь, блядь. Давай, твоего чувака тоже есть. А где он, блядь? Все, я риснул еще одного. Блядь, улетел нахуй. Это бессмертные танкисты, они, короче, росомахи, блядь. Что такое? Это точно суперсолдат. Ааа, блядь! Стреляй, стреляй, с окна! Уходи, чувак. Сейчас я на него наведусь. Вылезай, блядь! Меня стрелять, заебали. Будь проклят день, когда я выехал на эту улицу, блять. Ебать, он меня подбил пушку. Мне патроны пиздец. Сейчас я ему отвечу. Чувак, ебать него. Ха-ха-ха! Он уже... Хер. А мне чё, патроны нету больше? Вставай, эфте. Ха-ха-ха! Блять, ебал. Ну, сука, ты заебал меня нахуй, тварь. Порвали ему пукан. Бля, вот дерзкая тварь. Ты вообще, блядь. Тигр вынес целый. Да будь этот танк уже час чинен, блядь. Ебать, еще пошел что-то чинить. Да танк, блядь, сломанный, я не знаю чего. Осталось два танка вынести, на самом деле. Он стоял. Ну да. Сейчас мы пушку починим. Да я хоть один убью. Да-да-да. Вот дерзкие какие, да? Лезут. Well, it's time to get ready for the worst. Ты уже поехал. Все. Кэп танк починил. Смотри, мы его не задавили. Наркомана. Так, давай я щитом поеду. День. Вон стоял. По гусенице может ебануть. Ты не вставай передо мной, пожалуйста. Опа. Не пробил, блядь. Давай, ебаш. Бля, я не пробиваю его, чувак. Опять гусеницы ебанули. Сука, блядь. Он надо... просто стоит перед комнатой. Ладно, не упал. Че ты всех подбил?
Он уже... Он передом стоял, ты его там пробивал. Так, ёсы. Новое задание, ну к одному теперь у нашего тигра сломался двигатель, запчастей нет, а в округе еще полным-полно вражеских солдат придется пока что бросить танк здесь, но если сможем его починить, то нам еще послужит. Чего? Какой нахрен двигатель? Сломался, ты че? Ах ты сопока. Нас, сука, блять, сейчас убьют твари. А у тебя сломался двигатель? Не знаю. Да. Серым так и помечен. Бля, они идут. Так еще музыка. Опа. Все. Пизда танка. Пойму? Да, походу. Чувак, он порвал. Распидорасило. Ну все, мы проебали. Не все привольно. Засада, устроенная Витманом, удалась. Ааа, собака.